Салам леже, что в переводе с марийского «здравствуйте». В деревне Ваейка Всеволожского района такое приветствие сегодня можно услышать повсюду. В пятый раз здесь проходит Теледеш Пайрем, традиционный марийский праздник цветов. Не помешал веселью даже дождь. Раньше праздник отмечался немножко по-другому. Раньше конец весенней пахоты, конец, люди уже сделали, отработались на полях и праздновали, чтобы был хороший урожай, чтобы все росло. Сегодня окончание посевных уже не отмечают. Скорее, это повод собраться, вспомнить традиции предков, поговорить на родном языке и укрепить дружеские отношения с соседями. Марийцы, чуваши приезжают в гости из республик, приезжают и белорусы, и украинцы, сегодня будут армяне, евреи. У нас дружная большая семья, поэтому все праздники мы проводим вместе. Встречали гостей хлебом и солью, но на свой манер. Каманмил на слоеные блины не единственное, чем угощали на празднике. Были на столе и творожные сырники, туараи и под коголью. Это традиционное блюдо тоже. Ничем не отличается от вареников, кроме как своими размерами и наполнением. То есть здесь вот конкретно вот эти под коголя, здесь творог, лук прожаренный. И зелень, укроп. Давайте не в одну тарелку. А вот здесь уже под коголя, ну, самое такое традиционное наполнение под коголя, это половинка творога и половинка картофельного пюре. Главным же блюдом стала каша из ячневой и пшеной крупы с курицей. Подобно своим предкам, готовили ее все вместе. Кто-то за костром следил, кто-то ингредиенты готовил, а кому-то роль шеф-повара досталась. Такая каша обычно варится, когда вот проводится моление. И это пошло уже, как наша национальная. И у нас ведь картошка где-то 300 лет назад только вышла, да, в наш обиход. А так-то всегда марийцы питались зерновыми. Даже мясо раньше не так много кушали, а вот это зерновые – наша главная пища. Удивляли гостей не только звонкими песнями и кулинарными шедеврами. Глаз радовали национальные костюмы, в которых даже цвета символичны. Белый холст, ну это белое небо, Бог – это Бог. Красный цвет жизни, черная обводка – это земля, зелень, ну это само вот то, что нас все окружает. Чтобы оказаться на празднике, ансамбль «Какшан-7» преодолел 1500 километров. Артисты приехали из республики Мариэл, родина марийцев. По такому случаю исполнили особенную песню. Праздничная песня, что весь народ соединяйтесь вместе и вместе давайте споем, вместе станцуем, чтобы марийские имена мы не забывали, марийские песни мы не забывали, марийскую культуру не забывали. Вот такая песня. Эльмира Низамова, Тимур Юнусов. Последние известия. Всеволожский район.